Прямо сейчас специальное интервью для ОКО Спорт даст Владимир Валентинович Федотов, главный тренер ЦСКА. В Сочи многие говорили, что вы создавали такой семейный клуб. Вы будете пытаться то же самое создать в ЦСКА, ту же атмосферу? Я думаю, что здесь не нужно много усилий, но мы видим и знаем, что здесь то же самое. То же самое, это атмосфера, конечно, каких-то своих штрихов добавим, это безусловно. Спасибо большое, удачной игры вам. Да, всего доброго. До спасибо. Свидания. До свидания. Некоторые вопросы, конечно, неожиданные, я предмочил. Да? Зава, ты. Выше. Не падай, Игорь, не падай. Вперед, скорость. За спину беги, Яша. Да, беги. Бросающий Яша. Яша бросает. Хорош, Зе. Хорош, Вань, хорош. И забивать иди. Макс, посылай! Ваня, спокойно, Ваня! Выше, Макс, выше! Пусть они втроем тут разыгрывают! Да сразу надо! А то фланги, ты уже не в линии, ты уже в опорную зону входишь! Между, да, вот, ух, хорошо! Только вперед! Заходи! Заходи! Вань! Отдал и забивай. Все. И будем забивать. Зачем такое сложно? Тебе вы на одну линию встаете. Все хорошо было. Идет игру или готовится подача, но я все равно вот так вот как-то вот решил сыграть. Я думаю, что был очень хороший, содержательный первый тайм. Да, проигрывать неприятно, но мы только в начале пути. Мы прошли 10-дневный сбор, у нас не было выходных. Поэтому восстановление, день отдыха и готовимся дальше. Да, хорошо. Нормально потрудимся, чего ну, если честно, мы всю подготовку прошли. Да я не знаю.